Наш земляк может войти в состав правления «Газпрома». Об этом в своей новостной ленте в четверг сообщил интернет-портал РБК. Речь идет о двоюродном племяннике президента Михаиле Путине. По словам источника РБК, он займется сферой материально-технического обеспечения холдинга. Что любопытно, родился Михаил Путин в Иванове в 1967 году. Здесь же окончил мединститут. До настоящего времени уроженец города Невест являлся зампредом правления страховой группы «Сагаз».